Правительство Кабардино-Балкарии предложило увеличить расходы республиканской целевой программы социального развития сел. Соответствующий проект закона депутаты рассмотрели накануне на заседании президиума парламента. Речь идет об увеличении жилищных условий молодым специалистам, семьям, проживающим в сельской местности. Конкретные суммы будут рассматриваться на пленарном заседании. Принять поправки депутаты планируют до 15 февраля. Изменения вносятся и в закон об охране семьи, материнства, отцовства и детства. В настоящее время пособие выплачивается только одиноким матерям. Это ставит неравное положение одиноких отцов или иных опекунов, которых воспитывают ребенка. Депутаты предлагают исправить эту ошибку, расширив перечень получателей.